Новая веха в исследовании космоса. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства осуществило успешный запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца. Она отправилась в космическое путешествие с помощью тяжелой ракеты-носителя «Дельта-4», стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере, имеющих важное значение для жизни на Земле. В конце своей миссии, запланированной на 8 лет, он приблизится к огненной короне Солнца.